Нас посетила Алла, мы этому рады, и что-то приготовила. Денис Дензасович. Алла Зинеч. Прочитаю три коротких стихотворения. Они написаны на реально существующие фотографии. Можно посмотреть их по верхней подписке из моей страницы ВКонтакте некоторые. У автора они все без названия, но у меня они называются. Итак, первое, про ребенка. Стадия зеркала. Дитя над гибким зеркалом воды. Истоки я, глядятся в устье ты и в зеркале. И в лужках мгновений хрипкой плоти стоит дитя, как вечность красоты. Дитя охотник, но оно же дичь, стремлений самих себя постичь. Взлетим ли мы, как эхо, сбросив эго, или куколкой застынем, как нарцисс. Дитя, как будто в дантовом лесу, что вечно наверху, мгновение внизу. Вода и небо, волосы и ветви, различно плоть их, но близка их суть. Дитя, соотражение отца и матери в изменчивом зерцале, глотилба воды, как сам себя, солярис, преображает жестом без конца. Второе, немножко грустное, на блокадную тематику, прошу прощения, если кого-то заденет, цитата Владимира Мономаха во второй строфе, и в конце имеется в виду именно крещенская прорубь, а не река в Палестине. Чернильный город, горький год, глухую графику строений стереть пытались жесты бомб, но жизнь хранили спирт и лед, огонь и камень, утешений. Кто на санях из нас, мой брат? Зрачки снегов в следах горят. Внутри ни сна, ни яви нет, и стынет память, как чернила, и в теле жаровой речи бред. Но кто из нас сквозь тени свет бредет под силуэтом шпиля? Под светом, струящимся, как вода, грядет Христос, крестившийся в Иордане. Третье – про время. Там автор указывал в другом месте, что это институт растениеводства в Пушкине. Оттуда первая строчка, все остальное, в принципе, понятно. Золотая ветвь – жреческий царский знак, кто ее добудет, тот царем-жрецом. Сатурнов век – золотое время. Итак. С учебной позолотой сентября беседует иная позолота, алхимика, великая работа, шуршащие оттенки янтаря, в живое воплощенная заря, вечерняя в крон ювелирной плоти, все ярче и узорчатый к излету, рассеянным свечением горя, сквозь диалог листвы и кирпича я слышу, как все сбивчивее час. Мгновение считает, как монеты, как в древнем мифе золотую ветвь ты смог присвоить прирученным светом. И время вспять пойдет в Сатурнов век. Спасибо. Алла Зинеч. Алла сегодня такая была тихая, обычно она как-то вот по сцене так летает. Я могу полетать. Полетайте. Вот, хорошо. Спасибо, Алла Зинеч, спасибо. Денис Дензель.